В этом году в результате финансирования из областного бюджета нам были выделены средства на капитальный ремонт фасада здания по улице Марии Ульяновой, 17, и капитальный ремонт кровли. Ремонт начали мы в первой декаде апреля. И вот они продолжаются до сих пор. Срок окончания работ по паспорту объекта 31 августа. Практически ремонт закончился. Кровля полностью заменена. На фасаде остались небольшие штрихи. Монтаж будет видеонаблюдение. И, в принципе, можно будет уже приемку работ делать. Фасад полностью заменен, потому что старый фасад, штукатурка была снята. Вот, был нанесен слой утеплителя специального, ну и потом вот эти вот технические работы по покраске здания. Очень большая работа проведена по ремонту кровли, потому что кровля здесь действительно хорошо не ремонтировалась вообще. В этом здании учреждение находится с 1993 года. Был в последнее время материал андулин использован для кровли, ну очень хорошо. Вот, теперь металлическая крыша, полностью заменены все конструкции деревянные на чердаке, также утеплитель заложен, то есть огромная работа колоссально проведена. Косметические работы внутри здания тоже будут проводиться после ремонта, это необходимо, конечно. Мы очень довольны, сотрудники учреждения тоже очень довольны, я думаю, что это будет нравиться пациентам. Теперь остается сохранить эту всю красоту, чтобы не было там никаких наклеек, рекламы и так далее.